Чем ближе праздник, тем больше работы у госавтоинспекторов. Ежедневно сотрудники ГАИ, патрулируя город, выявляют в среднем 3 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В штатном режиме дорожные полицейские будут работать и в праздники, и даже усилят внимание. Чтобы Новый год не омрачился лишением прав, инспекторы напоминают – алкоголь и вождение несовместимы. Садиться за руль после употребления горячительного ни при каких обстоятельствах нельзя. За руль в нетрезвом состоянии садиться не стоит, даже не с точки зрения правовой, сколько с точки зрения человеческой. Это опасное деяние, которое повлечет за собой, естественно, последствия для жизни и здоровья других людей. С точки зрения права это тоже является нарушением. Если водитель допустил управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, в данном случае он будет привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.8, штраф 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортным средством от 1,5 до 2 лет. Если водитель допустит повторное правонарушение, то в данном случае уже будет применена уголовная ответственность к водителю.